Я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Друзья, сегодня я хочу сделать обзор всходов болгарского перца. Вот так вот выглядят перцы на 7-й день после посева семян, которые были пророщены. Схожесть стопроцентная. Где-то я сеяла даже по 3, оставалось там. Я их посеяла. Но в основном сеяла по 2. Чтобы было по 2 растения. Семена буквально все взошли. Поливала грунт Байкалом М. Раствором разводила Байкал М. Вот такие дружные всходы, друзья. Сразу после того, как начали появляться коленки, я сразу поменяла им температуру. Это от 18 до 20 градусов. И поставила под фитолампы, чтобы растения не вытягивались. Сразу сняла пленку. И теперь уже нужно обязательно контролировать. Ячейки маленькие, и грунт может пересыхать очень быстро. Поэтому обязательно просматриваю каждый день грунт. И вот таким образом, друзья, ушло 5 дней на проращивание семян. И ушло на от 5 до 7 дней для того, чтобы семена взошли, которые были уже посеяны в грунт. Поэтому, по моим подсчетам, проходит только 12, пусть самое большое 14 дней для того, чтобы семена перцев взошли. Я считаю, что сегодня 16 февраля, даже кто еще не посеял перцы, еще самое время посеять перцы на рассаду. Даже в конце февраля можно еще посеять. И это будет не поздно, а будет самое хорошая рассада к середине мая. Поэтому, друзья, не нужно расстраиваться, кто еще не посеял перцы. Можно еще посеять, еще не поздно. Если будете сеять моим способом, сначала прорастить, а потом посеять вот в грунт. И будет у вас все так же, как у меня. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Кому была полезна публикация, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь для поддержки моего канала. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.